Глава муниципалитета вручила ключи от квартир четырем детям, оставшимся без попечения родителей. В последний летний день торжественное мероприятие провели на веранде в кафе парка имени Олега Степанова. 31 августа для ребят, которых сегодня собрали в уютном кафе в парке имени Олега Степанова, станет знаковым днем. Сегодня каждый из них получает ключи от собственной квартиры. В этом году при поддержке правительства Подмосковья по государственной областной программе «Жилище» в Серпухове детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было выделено 30 квартир. 20 ребят получили заветные квадратные метры. Среди них Юрий Веснов, Валерий Виноградов, Любовь Бреева и Максим Шумов. На долю каждого из них выпало тяжелое детство. Но теперь все изменится, ведь собственное жилье является фундаментом для взрослой жизни. Молодых людей поздравила глава муниципалитета. Мы все уже взрослые люди. Вот действительно взрослые люди, которые должны свои цели, желания, свои мечты, планы, которые вы должны реализовывать. И, конечно, все это невозможно, если у вас не будет своего уголка, куда вы можете прийти, где вы можете отдохнуть, где вы можете подумать, обмыслить, а может быть, построить какие-то свои гениальные планы. И я уверена, что если это настоящая мечта, вы ее обязательно достигнете. Новоселы становятся полноправными хозяевами жилья и несут за него ответственность согласно договору социального найма, который заключается сроком на 5 лет. Квартиры с современным ремонтом. В них все готово для заселения. До конца этого года в Серпухове квартиры получат еще 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из областного бюджета выделено почти 76 миллионов рублей.